Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами устройство Samsung Galaxy A22 5G. И в этом видеоролике мы вам покажем, как поменять приложение по умолчанию на данном устройстве. Для того, чтобы это сделать, нам нужно зайти в настройки нашего телефона. В настройках мы пролистываем вниз до пункта «Приложения». В пункте «Приложения» мы можем выбрать приложение по умолчанию, нажав здесь. Если у вас тут нет такого пункта, вы нажимаете справа сверху на три точки и находите приложение по умолчанию. После чего здесь мы можем выбрать браузер по умолчанию, к примеру, Chrome, поменять главный экран по умолчанию, звонки по умолчанию, цифровой помощник по умолчанию и SMS по умолчанию, а также переход по ссылкам по умолчанию. А мы будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!